Чтобы выкурить 300 сигарет, нужно подготовить устройство, которое соответственно будет их курить. Его сердцем станет вот такой маленький компрессор, который вращает электромоторчик. Все нужно прочно закрепить на площадке, ведь впереди его ждет большое испытание. Мы подготовили колбу, которая выступает в роли легких человека, и соединили их при помощи тонкой трубки. Наполнителем будет выступать обычная вата, и все эти сигареты мы должны пропустить через нее. Итак, как это будет работать? Сигарета вставляется в красную трубку, компрессор всасывает в себя воздух, который вместе с дымом проходит через вату и выходит с обратной стороны колбы. Итак, подключаем питание к проводам, запускаем компрессор и поджигаем первую сигарету. Вы не поверите, но уже после первой сигареты на вате можно заметить легкое пожелтение. Третья сигарета, и уже четко видно, что ничего хорошего они после себя не оставляют. Вот что ждет легкие человека, выкурившего 10 сигарет. Многие пропускают через себя такое количество всего за один день. 100 сигарет. Продукты сгорания и смолы уже целыми каплями конденсируются на стенках колбы и вате. Итак, после целого дня курения уходит последняя сигарета. Удивляет жажда к жизни человеческого организма, который каждый день борется с такой гадостью, и отношение курящего человека к своему здоровью. Неужели он и вправду верит, что все это останется без последствий? Если вам предлагают курить, намекая, что это круто, вспомните это видео. Превращать свои легкие в отстойник для черной слизи – это нифига не круто.